Всем привет! И да-да, это снова Faurus Drop. Вы, конечно, можете меня спросить, да какого хера? Или какого ну, вот так вот. А где CS GO Run? Короче, CS GO Run, он все там же, на том же месте. И он все так же крашит, все так же иксы дает. В общем, с ним все в порядке. Я вот решил на CS GO Run, потому что... Ой, на Faurus Drop, потому что с CS GO Run отношения у меня как-то вообще не складываются. Это не мое. Ни терпения у меня нет, ни дара ясновидения я не обладаю. Провидца, предсказателя, угадателя, да? В общем, сегодня мы здесь. На балансе, как обычно, 250 плюс промокод. И... Чё? Долгий ролик делать не буду. Откроем сегодня несколько кейсов и посмотрим, как нам, что с него повезет. По промокоду, по колесику, который я крутил, мне выпал бонус на кейс до 100 рублей, и который мы откроем. В общем, какая у меня задумка? Хочу открыть сегодня вот этих три кейса по возрастающей и посмотреть, что упадет. А вот до 100 рублей... О, корону я открою до 100 рублей. Как бы, как не открыть-то корону? Ну что, давай, начнем. Ах ты ж сука. Короче, мне с короны придется начинать, иначе этот бесплатный будет. Я начну тогда с короны. Давай посмотрим, что дает корона, что тут вообще есть. Давай. Как бы напоминаю, что с форсом у меня как бы такие отношения очень странные, очень натянутые. И оно тому доказательство. Что такое смертельный яд, да? За 36. Ну, окей. Пробовать еще мы его не будем. Как я и говорил, открою вот эти вот по возрастающей три кейса. Посмотрим. Так, 35-58. А сколько токенов-то дадут? Сколько дадут токенов за это? 36-17. По какому принципу там начисляются токены? Хер их знает. Хер их знает. Ну, 23. Балабас. Так, давай следующий смотрим. Че? Че? По... Мне просто хочется открыть и все, ребят. Как бы окупиться, я не думаю, что здесь какой-то будет сейчас окуп с этого, с форс-дропа, потому что там все очень сложно с форс-дропом. С форс-дропом. Ну, тут какая-то фиолетовая, че такое? 46. Беда прям бедовая. Так, и за сколько тут еще у нас есть? И ты есть, да? Ах-ха-ха-ха. Ну, давай. Пальцы крестиком, губки бантиком. Смотрим. Чё же ты? Нейронная сеть тоже хуйня какая-то, да? Ну, понятно. Понятно, пробовать. Так, давай мы пробуем еще. Все. Так, сколько мы тут? Ту-ту-ту-ту-ту. Короче, мы продаем. Продаем 195. Все это продаем. 215, ах ей. Так, что можно открыть? Сильвер. Сильвер. Ну, нубл. Сильвер, нубл. Какой этот камуфляжный. Тут не дотягиваем. Рандом, тут том. Так, а чё бы. Короче, давай вот вот этот Half-Life серия, да? Какие-то тут есть. А, ну вот еще какие-то с токенами есть там, да? 38. А сколько тут минимальный... токены 49, да? О, я даже не дотягиваю. Ту-ту. Нубл. Что это такое вообще? За 39. А, это карточки? Подожди. А, это карточки, что ли? Ёптать, я не хочу карточки угадывать. Там скрипты вообще жесткие. А, это точно, это карточки. Ну, нахер ваш. Так, Fire. Fire я открываю. Давай вегана попробуем, хуй с ним, посмотрим. Я, конечно, не веган, посмотрим, что. Ну что веган там может дать? Веган. Веган, веган. Веган наган, да? А, ну апельсиновая корка, что нам веган там мог дать? Апельсиновую корку только и мог дать, конечно. Ну хоть корку, а не косточки какие-то там. Так, что тут еще такое интересненькое может быть? 200 тысяч. Короче, кейсы вообще не знакомы. Я так
чисто рандомно открываю. На бум, на авось, на... Зачем быстрее? Давай насладимся, как у нас тут все самое вкусное пролетает. 33. Балда. Балда. Так, тут ты сливаешь меня полня. Веган и шмиган. Веган, наган. Что такое можно еще тут? Тун-тун-тун. Твиттер. Твиттер. А сколько у меня? Сколько там? 116. Ух. Ух, ух, ух. Или просто холи кейсов пооткрывать. Ну-ка, заброшенный. Заброшенный, случайный. Ну-ка, а что с заброшенным? Заброшен. Раз, два, три. Четыре. Четыре. Ну, четыре раза я тебя смогу открыть. Давай, короче, заброшенный. Его же забросили, это, наверное, не случайно, да? Вот сейчас мы это и проверим. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да. Вот она, да. Давай еще. Угу. Тут что-то получше такое, да? Так, раз, два. Так. Шука. Ну, здесь какая-то синька. Что-то синее выпало там. 9 рублей. Обалдеть. Я рад. Как я рад, как я рад. Ладно, тут все понятно с тобой. Так, а у меня даже на сильвер не хватит, чтобы открыть. Да, нюбл. А, это карточки. Ну, веган. Так, что ж. Давай. Попробуем. Пробнем. Голубая хвоя, иди ко мне. Да, сука, я Ванга. Слушайте, вот здесь я Ванга. На CSGO ранее ни хера не Ванга. А вот здесь вот я Ванга. Ну, давай. Голубая хвоя, иди ко мне. Давай, 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 давай. Я жду тебя, голубая хвоя. Пацаны, я Ванга. Я Ванга. Я Ванга. 5.60. Ну все. О, все. Вот. Эх, эх. Сука, как чё, кого это? Ребята. Пацаны, вообще, ребята. Как чё? Чё я тут могу? 8. Не, ничего я не могу. Все. Ничего я больше не могу. Так, апгрейды. Ну-ка, апгрейды. Апгрейды. А тут надо скин, да, какой-нибудь, чтобы залететь в апгрейды. Ну... На 39. Короче, ничего я больше открыть не могу. Вот такой вот очередной раз. Очередной раз, очередной шанс, очередная возможность на форс-дропе. И как бы, ну вообще, ни хера. Ни хера. Ребята, данный ролик выполняется профессионалами. Данный ролик записывается профессионалами. Поэтому ни в коем случае это не повторяйте. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока, до новых встреч.